8 мая Латвия, как и большинство западных стран, отмечают День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 8 мая в 1945 году Германия подписала акт о капитуляции. Во всей Европе, в том числе и в Латвии, закончилась Вторая мировая война. Сегодня во многих местах Венспилса возлагают цветы. На этом мероприятии почти не было людей. День начался с возложения цветов у памятного камня погибшим евреям. Цветы возложили депутаты местного самоуправления и руководство Центра культуры. Это день памяти всех солдат, которые погибли во Второй мировой войне, а также всех мирных жителей, которые пострадали. Именно в этом месте, где находится памятный камень, были расстреляны дети еврейской национальности. Сегодня у памятного камня представителей еврейской национальности было немного. Цветы также возлагали на Братском кладбище и у Белого креста. Депутаты подтверждают, что сегодня не праздник, а день памяти жертв Второй мировой войны. Сегодня мы вспоминаем всех жертв Второй мировой войны. Памятные мероприятия происходили и в столице. Президент страны и должностные лица посетили Братское кладбище, где почтили память погибших. Вторая мировая война происходила во многих европейских странах, в том числе и в Латвии. Именно из Венспилса в последние дни войны отправлялись корабли и лодки с беженцами в Германию и Швецию. Ольга Волошан, Гонда Порнице, Жодзинш, Курзамское телевидение.